Всем привет! Вещает Дустхим Хабарпром. Сегодня мы немного вернемся к химии лантаноидов, а именно к свойствам металлического церия. Церий представляет собой серебристо-белый вязкий и ковкий металл, легко поддается ковке и механической обработке при комнатной температуре. В электрохимическом ряде активности металлов церий приближен к магнию, поэтому это довольно активный элемент. Редкоземельный металл церий неустойчив на воздухе, постепенно окисляется, превращаясь в белый оксид и карбонат церий-4. Это довольно активный металл. Поэтому церий, да собственно как и все остальные лантаноиды, нужно хранить в ампулах в атмосфере инертного газа аргона или же под слоем углеводородов. При нагревании до 160 градусов Цельсия на воздухе загорается, хотя иногда этот металл может загореться сам по себе уже и при комнатной температуре. Именно это сегодня и произойдет у нас. Ведь церий является пирофорным материалом. Церий выделяют из смеси редкоземельных элементов, процессами экстракции хроматографии, получают электролизом, расплав фторида церия-3. Церий реагирует с кислотами, при кипячении окисляется водой, устойчив к действию щелочей. Энергично взаимодействует с галогенами, халькогенами, азотом и углеродом. Пришло время скрыть одну ампулу. Со временем металл тускнеет и окисляется. Но сегодня произошло довольно необычное явление. Металл начал разогреваться до красного свечения, что свидетельствует об интенсивном окислении церия с образованием оксидов, карбонатов и других примесных солей. Ведь церий способен поглощать из воздуха не только кислород, но и некоторые другие газы. Обратите внимание, насколько сильно светится в темноте тлеющий церий. Довольно большая температура. Кстати, в настоящее время можно свободно приобрести редкоземельные и рассеянные элементы, их различные соли и соединения. Для этого в нашем сообществе Дустхим Хабарпром переходим в группу наших товарищей. Тут есть вся необходимая информация о цене и доставке реагента. Разные посты с подробным описанием реактива. Так что если покопаться, можно найти порой незаменимые соли и реагенты. С вами был Дустхим Хабарпром. Не забывай подписываться на канал. Всем пока.